прихожу, значит, к клиентам, и мне говорят, а что у вас на ноге написано? То-то и то-то. Они такие, мы сейчас проверим. Они изучают китайский язык. Они проверяют детскую, у вас это написано. Как так? Я говорю, блин, ну что там написано? У вас написано корова. Я говорю, как так? Ну, говорит, если бы у мужчины была бы такая татуировка, это бы означало телец, а вам не хватает там какого-то значка, чтобы... Это не написано было корова! Ну, у нас сделано, доехали. Я в шоке. Что, Лизку потеряла? Ты же там видео снимаешь. Попали. Нет, я лучше получится. Ключик. Так. Чтобы ехал нормально. Саня нервничает по этому поводу. Оба? Оба, не оба. А, оба. Я думал, оба за рулем будем сидеть. Игорёшка. Это видео? Правда, моя что первая любовь. Что, не помнишь, да? Не, помнишь. Помнишь? Что там написано? А это вот мальчик, который зарядил мне мечом футбольным, из-за чего я попала в лазарет. А, все-таки помнит, все-таки помнит. Этого мальчика я не помню. Восьмой класс, просто да, другой класс. Мы не знакомы. Наталья училась в 7А. А, ну что, тоже училась в 7А. It's me! Ты так быстро-то не дергай, на рюмку. Нравится снимать. И Аня подбирается. Да. Что? Лупи. Если я бы знал, что это вообще встреча, я бы себя обнимил. Не, ну я так ее выключил, она просто вся была отключена. Да, он мне рассказывал даже. Все подкачили, короче, зарыли, подняли. А? Наслаждается. Да в туалете, ну успокойся. Она может разговаривать с парнем с вами, или кто там звонил. Зачем? Мы играем. Показывай. А, не, я выложу потом. Такой, вижу, бля, опять сидит, такой, прошу, пух, бум, бум, знаю, есть. У меня сразу застрял. А вот и Лиза! А вот и Лиза! Где? Показывай! У нее татушка! Показывай, 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 показывай! Лиза, ну покажи, пожалуйста! Ну, Лиза, сейчас разденем, посмотрим. Покажи только нам. Мы уже все похвастались. Да, уже все.